Приветствую. Пройдемся, посмотрим, как у нас обстоят дела по голубишке. Какие приросты у нас. Красиво зреет, наливается. Погода хорошая, солнышко светит. Ягодка сахарок набирает. Такие веточки красивые. Где-то ветки даже понаклонялись больше, чем я рассчитывал. Ну ничего. Нагрузка такая неплохая. Такие веточки прям суперские. Это по блюкропу мы идем. Ряды пока еще не прокашивал уже. Чуть-чуть подсушу травку и пройдусь, прокашусь. Будет уже очень аккуратно проходить. Такие зеленок сколько пропускал. Нужно будет что-то чикать лишнее убирать. Ягодку. Какая прелесть. Какие ветки. Здесь у нас получается вот эти три ряда. Я очень близко посадил. Я вот не знаю. Придется, наверное, через годик пересаживать средний ряд, убирать, переносить его. Ну, я когда садил изначально, я ж не рассчитывал на то, что так все будет. Думал посадить пару кустиков, но пошло-поехало. Поэтому уже прекрасно понимаю, что нужно было шире. Здесь, если высадить, точнее высадить, выкопать этот средний ряд, будет как раз хорошее расстояние между двумя крайними рядами. Вот этот ряд получается, он слишком близко. Так, такая красота в среднем почти везде по 2 метра, но мне кажется, что и 2 метра между рядами будет в будущем маловато. При досаживании еще голубички уже буду учитывать не 2 метра, а уже буду рассчитывать на 1-3 метра хотя бы. Вот какая красота, вот эти шишечки на верхушках. Прелесть просто. Все еще мы идем по блюкропу. Хорошо созревает, прекрасно просто. Сейчас будет уже точно же пройти сегодня ближе. К концу дня собрать ягодку.